Привет, мои хорошие. Не знаю, как будет со связью, потому что я в деревне, не забывайте. Но думаю, должно быть нормально. В любом случае, если что-то будет подтупливать, давайте мне обратную связь через прямые эфиры. Так, очень много новеньких девочек пришло. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Гуля. Я буквально месяц назад ровно родила второго малыша через кесарево сечение. Привет, девчонки! После первых родов я сбросила 34 килограмма, набрала тридцаточку, здравствуйте, 32, если быть точной. То сейчас, в эту беременность, соблюдая абсолютно свое питание, я набрала 17 килограмм. Я думала, я наберу меньше, будем разговаривать с вами по-честному. На что мой эндокринолог меня успокоил, что существует такой тип женщин, что у них очень сильно замедляется обменка, и поэтому, как бы они ни ели, практически набор будет больше, чем двенашка. Я хотела 12 килограмм набрать. Но это все равно меньше на 16 килограмм, на 15, чем было в первую беременность, поэтому я очень быстро восстанавливаюсь. Как вы видите, у меня уже живота нету, бедра собираются всегда дольше, потому что это все-таки расхождение костей у вас идет во время беременности. И выгляжу я уже замечательно, чувствую себя офигенно, потому что питание напрямую влияет на ваш химический состав крови, это все влияет на ваши мысли. Ваши мысли делают, в принципе, вашу жизнь, вашу судьбу, называйте это как хотите. А сегодня я хочу с вами поговорить, девочки, особенно что касается тех, кто у меня на курсе, кто давно на меня подписан, про восприятие человека как куратора, про восприятие своей жизни через обучение, потому что у многих людей существует очень закрепленное убеждение того, что они самые умные, я все знаю, и потом, как обычно показывает практика, их жизнь идет по маршруту Москва. Да. Почему? Потому что это люди, которые вот с такой ебейшей короной на голове, которые в принципе не хотят ничему учиться. И если их начинаешь в корректной форме, даже в корректной чему-либо обучать, что-либо объяснять, потому что я человек, например, с опытом, и я считаю, что я имею право человеку дать какие-то советы, особенно я никогда не даю непрошенные, когда он спрашивает меня давать какие-либо ответы. И когда этот человек начинает давать обратную связь в форме того, что я и так все знаю, я и так все перепробовала. С такими людьми, к сожалению, мне не по пути. Это не из-за того, что у меня такая же корона на голове висит. Почему? Потому что это очень энергозатратный процесс. Когда вы работаете с такими людьми, которые изначально начинают любую фразу со слов «нет, ты это не так, я знаю, как надо», то это люди, которые, в принципе, никогда не будут следовать каким-то определенным правилам, которые бы его привели к какому-то результату. Но в их неудачах виноват будешь всегда ты. И они будут выклевывать твой мозг чайной ложечкой, потому что человек, который заплатил особенно рубль, либо пришел к вам на курс, либо просто попросил у вас совета, и он не так сработал, как видите ли, ему надо было. Врагом номер один станете ему именно вы, а не то, что его ленивая жопа сидела на мягком диване и ничего не выполняла. Например, у меня была ситуация недавно. Но вот сейчас мы разбирали это у меня в личном чате, что пришла девочка, и она почему-то начала путать личные границы свои с адекватным восприятием мира. Раньше это у меня тоже было очень сильно, это у меня очень сильно проявлялось, потому что я была обидчивым человеком. Если, например, человек посмел мне ответить на мой вопрос, либо сказать не так, как мне надо, я вставала на дыбы, как петушара какой-то, прям вот так вот, и начинала злиться, и считать, что «Ах, гондон, как ты можешь со мной так разговаривать?» Но на самом деле проблема исходила только от меня и моего восприятия мира. Например, у меня была ситуация, что я написала очень крутому визажисту, тогда я еще жила в Уфе, «У меня комбинированная кожа, посоветуйте мне, пожалуйста, какую тоналку мне купить». На что человек, который ценит свое время, свою жизнь, ответил мне, что бесплатно она не консультирует, и позвала меня к себе на курсы. Первое мое мировоззрение, отношение было: «Ах, сучка, как ты смеешь со мной так разговаривать вообще? Я такая королева!» А на самом деле человек уважает себя, уважает свои силы и ответил мне абсолютно нормальным языком через рот, без какой-либо грубости, что мне надо делать, чтобы получить от нее информацию качественную, потому что специалист был очень-очень хороший.
И вот недавно у меня произошла ситуация. Девочка начала задавать мне вопросы, которые черным по белому написаны на курсе. Сколько грамм чего съедать? В какое время должен быть ужин? В какое время должен быть завтрак? До какого времени должен быть обед? На что я просто спокойным языком сказала: солнышко, перечитай, пожалуйста, курс и ответь на эти вопросы. Потому что, когда она перечитает курс, закрепление информации будет намного сильнее. Когда она сама в письменном виде отвечает на эти вопросы, под корку мозга это все записывается, соответственно, человек перестает допускать ошибки, и результат будет шикарный и на ее теле, и на ее жизни, и на ее роде. Потому что когда женщина начинает нормально питаться, нормально питается ее семья, ее дети, в последующем ее внуки и так далее. То есть вся жизнь могла бы поменяться, если бы не вот эта вот корона. Потому что на мои слова человек ответил очень в агрессивной форме, что я ее сейчас воспитываю, что я надела на себя роль мамки, как я смею с ней так разговаривать, потому что я не имею права вообще открывать рот в ее сторону, потому что она заплатила мне 3 рубля, например, да, и я просто, конечно, обалдела то, что насколько искаженное восприятие мира идет у людей. Поэтому, девочки мои, если вы идете к какому-либо наставнику на обучение, если вы хотите получить какие-то навыки по наращиванию ресниц, по, например, похудению, либо по наращиванию ногтей элементарно, будьте готовы к тому, что иногда за ваши ошибки человек будет не в жесткой, не в грубой форме, а в нормальной форме вам объяснять, что вы не так делаете. Бинго! Не все люди делают с первого раза все охерительно. Каждый человек допускает ошибки. Но когда с вами общается ваш научный руководитель, куратор, называйте это как хотите, у него больше всегда опыта. И он всегда будет давать вам те советы, которые вас выкинут на квантовый просто скачок сделают в вашей жизни. Но благодаря тому, что в кавычках, благодаря у вас мухи, блин, летают, у вас искаженное восприятие мира, что вас все хотят обидеть, любое замечание в ваш адрес в виде того, что перечитай, перепили, если вы на ногтях, да, или перенарасти вот эту зону, у тебя получилось неправильно. Из-за того, что у вас сидит маленький обиженный ребенок, вы будете воспринимать так, что весь мир становится против вас во главе с этим человеком. Ни у кого нету цели вас задеть, абсолютно. Поэтому, если вы хотите получить хорошие результаты, обращайтесь к куратору, но только тогда, когда вы готовы это делать, и когда вы готовы получать обратную связь, не всегда хорошую, и не всегда по жопке гладить. Когда вам говорят: все правильно, умница. Когда вам говорят: неправильно, переделай. Неправильно, перечитай. Неправильно, тут надо вот так. Потому что через это неправильно получается правильная жизнь. Через ваши ошибки получаются шикарные результаты. Через ваш негативный опыт получается офигенный опыт. Объясняю простым языком, особенно для нас, для девочек. Если бы в вашей жизни не было бы какого-либо мудака, который вас обижал, который вас вот просто вытирал об вас ноги, не уважал, изменял вам, вы, скорее всего, не вышли бы замуж за адекватного парня, потому что если бы не было плохого, вы не могли бы оценить хорошее, понимаете? И никогда не надо сразу расстраиваться, опускать руки и переставать что-либо делать. Иногда нужно человеку указать на его ошибки, чтобы он взял и начал менять свою жизнь. И это нормально. Это не хорошо и не плохо. Это нормально. Так бывает. И если у вас очень раздутое эго, когда вам ничего нельзя говорить, когда вы очень трогательная личность, когда на то, что вы съели с утра, например, 3 конфеты, и вам сказали: нельзя с утра кушать конфеты, зачем ты это сделал, и вы сразу обижаетесь, то вам, в принципе, лучше пока не начинать работу над собой. Почему? Потому что исход будет нулевой из-за того, что вы не захотите воспринимать то, что происходит в вашей жизни. На самом деле у вас будет своя картина мира, которая будет искажаться с каждым словом, и вас это будет поддевать, задевать. Понимаете, о чем я говорю вообще? Так. Привет, привет, мои хорошие. Так, скажите, пожалуйста, меня нормально вообще слышно? Потому что я сижу в веранде среди банок меда, среди помидорок. И это просто у нас пристройка такая, где может интернет не ловить. Так, все.